Да-ду-да-ду-да, да-ду-да-плей, ду-да-плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в Earn to Die. От замоков убегаем. 20-й день. Так, посмотрим, у нас есть автомат, который помогает нам расстреливать зомбаков. Вот. Интересно мне вот такой вот момент. Там бочка стоит, правильно? Вот бочку она будет стрелять, к сожалению. Патроны закончились до бочки. Ну ничего, мы сейчас, если у нас сейчас будут деньги, то мы купим. Если у нас будет, то есть будет хватать. Вот, нормально, ускорение вообще тема. Ладно, продолжаем ехать. Зомбаки у нас зеленые все, как знаешь. А хотя зомбаки и зомби, они же всегда зеленые, мне кажется. Ух ты, закончился ускоритель. К сожалению. Да, и бензинчик закончился. Не хватило у нас доехать до гаража. Ага. Копим автомат один. И у нас здесь еще 200 баксов остается. Купим топливный бак. 60 остается, ничего больше не можем. Ну, купить, ладно, едем дальше. Ну все, я счастлив, что я купил еще патрончики. И хотел я посмотреть, будет ли он стрелять в бочку. Ух ты. А нет, в бочку он не стреляет. В бочку он не хочет стрелять. Да, к сожалению. Патроны закончились. Вот мы что и увеличивали с вами, да? Все кончилось. И ускоритель закончился. Все. Теперь остается только надежда на бензобак, на двигатель. Так, главное, что двигатель наш не загорелся. Все, бензин закончился. Ёлки-моталки. Тут сколько же нужно этого бензина-то, а? Чтобы еще такое прокачать. Что у нас дают колеса? Отцепление с дорогой, проще ехать в гору. Давай купим. Прокачаем колесики наши. Во! Вот это я понимаю. Колеса, смотри, какие, а? Мощные. Вот это мощь. Ух ты, нифига, блин, смотри. Не получилось здесь нам. Да. В гору, короче, он стал лучше подниматься. Это хорошо. Да, что же я... Я вот думаю, что же я без этих колес-то делал? Все это время. Вот, еще один патрончик у нас еще остался. Для зомбачка какого-то. Опа. Давай, поднимайся. Вот, хорошо. Не знаю, получится ли у нас доехать сегодня. Я надеюсь, получится, потому что... Ух ты, нифига, двигатель сломан. Как он так сломался? Сколько у нас денег? У нас хватит? Но... Да, мы сейчас улучшим. Купим броню. Вот, броня у нас улучшена. Что ж, поехали. С улучшенной броней. Ух ты, нифига, смотри, ты понял? Что с машиной случилось? Она перевернулась. Просто взяла такая, бац, и перевернулась. Интересно. Может, броня просто тяжелая? Перевесила ее. Вот, это хорошо, он отстреливает зомбаков, и они дают нормально ехать. Не мешают. Ух ты, смотри, она какая-то неустойчивая машинка становится, мне кажется, нет? Что-то слетело, смотри. Автомат слетел, да? Угу. Давай, чуть-чуть осталось. Бензинчика еще. Бензинчик есть еще? Есть. Осталось совсем чуть-чуть доехать. Может, доедем, нет? Сейчас посмотрим. Мне кажется, мы не доедем. Ой, как жаль, совсем рядышком были. Что ж такое купить у нас? Давай двигатель раскачаем, да. Более экономный, более мощный. Отлично. Все.
вперед. Едем побеждать. Вот это мы скорость развиваем, а, ребята, смотрите. Вот это скорость, офигеть. Всех зомбаков расстреливаем, вообще круто. Так. Аккуратненько. Все, закончился у нас ускоритель, к сожалению. Давай едем дальше. Вот. Бензика еще, в принципе, у нас много. Неужели доедем, а? Ух ты. Неужели доедем, ребята? Давай, 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 автомобильчик. Вот, в гору, в принципе, у нас легко стало. Да, намного легче. С такими-то колесиками. Ой. Давай, давай, еще бензик есть у нас, ребята. Осталось чуть-чуть совсем доехать. Вот, смотри, зомбаки какие мощные, а. А я здесь не могу, смотри, проехать, все. У нас еще и бензин закончился. А, что же можем увеличить здесь? Ага. Давай увеличим разъездку. Да, будем пробиваться сквозь зомби и препятствия. Вот это как раз мне и надо. Все, сейчас нормально будет. День 25. Все, зомбаки. Да, сейчас станет легче мне пробиваться сквозь препятствия. Это самое главное, потому что через препятствия у нас в конце видели, что не смогли пройти препятствия. А сейчас будет нормально, надеюсь. Отлично. Да, смотри, пробивает вообще на изи. Вообще на изи пробивает, вообще клево. Там еще можно прокачать еще один раз. Так что, в принципе, еще можно подумать. Если деньги будут, то, в принципе, прокачаем. Либо бензик надо будет прокачивать, вот я как думаю. О, что-то слетело у нас, слушай. Оу, машинка у нас что-то, ей нехорошо. Все слетело с машинки, ё-моё. Да. И ускоритель закончился, да, ёлки-палки. Ладно. Может быть и ага, в принципе, может и доедем. Нет, бензин закончился. Да ё-моё, рядышком были совсем. Что ж, давай движок увеличим, мощность. Бак пока не будем. Бак пока не будем трогать. Будем раскручивать наш движок. Вот это мощь. Вот это я понимаю. Машинка с каждым днем становится все мощнее и мощнее. Давай. Ускорение у нас не сильно много, по правде. А что, да, мы улучшили двигатель сейчас только что. О, все, патроны закончились, и ускоритель как раз закончился. Но бензина должно надолго хватать, потому что более экономичный якобы двигатель. Не знаю, сейчас проверим, докуда доедем. Ух ты, все слетает. После таких ударов у нас вся защита послетала. Но, в принципе, сколько у нас там бензина? Совсем еще чуть-чуть. Может быть, и успеем. Ой, не успеем, а доедем. В принципе, времени у нас много. Нам... О, сейчас этот калаш сейчас упадет. Смотри, автомат. Опа, все, отлично, мы доехали, ребята. Здорово. Это хорошо. Получили свои деньги. Ага. Немножко денег есть. Давай, знаешь, что сделаем? Давай калаш увеличим. Все, калаш у нас будет на максимуме. Это будет. Сейчас посмотрим, как что будет. Во! Опа! Взрываем. Все, всех расстреливаем. Ну, в принципе, нам главное убивать зомбаков. Нам все равно за это деньги дают. Поэтому, если мы просто бы проехали, а так мы зомбаков убили. Фига тут сколько зомбаков много. Ох, нифига! У нас этот автомат слетел, хотя там было много патронов. Он просто тупо слетел, представляешь? Автомат просто тупо слетел. Все, я разозлился и на максимум включил.
наш ускоритель. Естественно, ускоритель закончился. Ох ты шка, да, далеко надо будет ехать. Давай эту броню купим. Все. Да, отлично, броня отличная. Сейчас посмотрим, слетит или не слетит у меня автомат. Сейчас посмотрим. Слетит или не слетит. Я думаю, нет. Ох, нифига, взрыв какой, блин. Все, видишь, автомат на месте. А тогда автомат просто-напросто слетел. Обидно. Патроны есть, а автомата нету. У меня автомат на максималку раскручен. Поэтому я считаю, что автомат должен быть всегда. Не зря же мы его покупали с вами. А ну-ка, сейчас доедем, не доедем? Сейчас посмотрим. Нет, надо будет еще ехать. Все, бензин закончился, ребята. Ну что ж, большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии и ставьте лайки. Всем пока-пока, до новых встреч.